установлен. Номер первый Никулин Виктор, мастер спорта из города Каргополь, Архангельской области. Первый подход. Номер 8 Немов Олег готовится. Хорошо. Подъем засчитан. 105 на штангу. Вес установлен. Номер 8. Немов Олег. Первый подход. Город Ульяновск, Ульяновская область. Готовится Процко Владимир. Подъем засчитан. 110 на штангу. Вес установлен. Номер 17. Процко Владимир. Красноярск, Красноярский край. Первый подход. Выступает в категории свыше 105 килограмм. Номер первый Никулин Виктор готовится. Подъем защиты. Подъем засчитан, вес прежний. Вес установлен, номер первый, Никулин Виктор, второй подход. Номер 8, Немов Олег готовится. Подъем засчитан. Вес прежний. Немов Олег, номер 8. Второй подход. Номер второй из Муратова готовится. Готовится номер 11 Керимов Рашид.
подъем засчитан. 111 на штангу. 111 на штангу. Подъем засчитан. 115 на штангу. 15, Жулин Михаил, первый подход, Самарская область, город Самара, выступает в категории свыше 105 килограмм. Номер 17, Проскомик Владимир, готовится. Thank you.
Номер 17, Процков Владимир. Третий подход. Город Красноярск, Красноярского края. Готовится номер 2, Исламуратов Фаид. Процков, время, отпущенное на подход, истекает. Подход неудачный. 118 на штангу. Перезаявка Исламуратов на 120. На штанге 118. На штанге 118. Вес прежний 118. Номер 1, Никулин Виктор. Третий подход. Город Каргополь. Подъем засчитан, закончен с результатом в толчке 118 килограмм. 120 на штангу. Вес установлен. Номер 5, Наумов Анатолий. Первый подход. Выступает в категории до 85 килограмм. Из города Липецка, Липецкой области. Готовится номер 7, Гусельников Сергей. Судьи, подъем засчитан, вес прежний, номер 15, Жулин Михаил, второй подход, Самара, Самарская область, готовится номер 8, Немов Олег. Подъем защита. Вес прежний. Номер 8. Немов Олег. Третий подход. Город Ульяновск, Ульяновская область.
Готовится номер 11 Керимов Равшан. Подъем засчитан. Сто двадцать один на штангу. Готовится Исламуратов Фаиль. Вес установлен. Номер два Исламуратов Фаиль. Второй подход. Город Клин, Московская область. Категория до 77 килограмм. Готовится номер 4 Старикова. Подъем защита. 122 на штангу. Вес установлен, номер 4, Стариков Олег, первый подход. Город Лысый Перовского края, выступает в категории до 85 килограмм. Подъем засчитан. 125 на штангу. Вес установлен, номер 6, Леонов Александр, первый подход, выступает в категории до 85 килограмм. Готовится номер 9, Колосов Илья. Подъем засчитан, вес прежний.
Вес установлен. Колосов призаявил. Вызывается номер 18 Семенов Иван. Первый подход. Архангельская область, город Коряжма. Категория свыше 105 килограмм. Готовится номер 8 Наумов Анатолий. Подъем засчитан, вес прежний. Номер 15. Жулин Михаил. Третий подход. Самара, Самарская область. Готовится номер 2. Исламуратов Аиль. Подход неудачный, вес прежний. Номер 2 из Самурата Фаиль, третий подход. Готовится номер 5 Наумов Анатолий. Подход неудачный. 127 на штангу. Вес установлен номер 5 Наумов Анатолий. Второй подход. Номер 7 Гусельников готовится. Подход неудачный. Вес прежний. Номер 5 Наумов Анатолий, третий подход. 2 минуты дается на подготовку. Подход неудачный. 130 на штангу.
Вес установлен, номер 7, Гусельников Сергей. Первый подход. Рузаевка, Республика Мордовия. Выступает в категории до 85 килограмм. Номер 9, Колосов Илья, готовится. Защита. Вес прежний. Номер 9, Колосов Илья. Первый подход. Город Ессентуки, Ставропольский край. Поступает в категории до 94 килограмм. Номер 4, Стариков, готовится. Подъем защита, вес прежний. Вес установлен, номер 4, Стариков Олег, второй подход. Номер 6, Леонов Александр, готовится. Подъем защита, вес прежний. Номер 6, Леонов Александр, второй подход. Номер 18, Семенов Иван, готовится. Защита. Неудачный подход. Вес прежний. Номер 18, Семенов Иван. Второй подход. Номер 6, Леонов Александр, готовится. Главному судье просьба пройти в разминочный зал.
Подъем засчитан. Вес установлен, номер 6, Леонов Александр, третий подход. Номер 4, Стариков Олег, готовится. Защита. 138 на штангу. Вес установлен. Номер 7, Гусельников Сергей, второй подход. Номер 14, Парменов Владислав, готовится. Вес установлен, номер 14, Парменов Владислав. Первый подход, мастер спорта из города Дубна, Московская область. Выступает в категории свыше 105 килограмм. Номер 9, Колосов Илья, готовится.
Подъем засчитан. Вес прежний. Вес установлен. Номер 9, Колосов Илья, второй подход. Город Ессентуки, Ставропольский край. Номер 4, Стариков Олег, готовится. Подъем засчитан. Вес прежний. Вес готов. Номер 4, Стариков Олег. Третий подход. Номер 7, Гусельников Сергей, готовится. Подъем засчитан. 142 на штангу. Поправочка, Гусельников отказался. 145 на штангу. Колосов Илья готовится к этому весу. Вес установлен. Номер 9, Колосов Илья, третий подход. Номер 14, Парменов Владислав, готовится. Подъем засчитан.
148 на штангу. А сколько? Вес установлен, номер 14, Парменов Владислав, второй подход, город Дубна, Московская область. Номер 10, Ручьев Алексей, готовится. Подъем, защита. 150 на штангу. Вес установлен, номер 10, Ручьев Алексей, первый подход, мастер спорта из города Коряжма, Архангельская область, выступает в категории до 94 килограмм. Номер 13, Щербак Михаил, готовится. Подъем, защита, вес прежний. Номер 13, Щербак Михаил, первый подход. Мастер спорта из города Южно-Сахалин, Сахалинской области. Номер 12, Хамдадашев Калсын, готовится. Подъем засчитан. 151 на штангу. Вес установлен. Номер 12, Хамдадашев Галсын, первый подход. Город Волгоград, Волгоградская область. Выступает в категории до 105 килограмм. Щербак Михаил готовится. Thank you.
Подъем, защита. Два на штангу. Вес готов. Номер 14, Парменов Владислав. Третий подход. Город Дубна, Московская область. Ручьев Алексей готовится. Вес установлен, номер 10, Ручьев Алексей, второй подход, город Калярна, Архангельская область. Номер 12, Хандадашев Галсын готовится. Защита. 156 на штангу. Вес установлен. Номер 12, Хандадашев Галсын. Второй подход. Город Волгоград, Волгоградская область. Номер 13. Червак Михаил готовится. Right.
Шилин, 157 на штангу. Аручев Алексей, толкнув вес 155 килограмм, установил рекорд России в сумме 285 килограмм, превысив на 5 килограмм прежний рекорд. В этой категории до 105 килограмм идет уборная борьба между Щербаком и Хандадашевым. Сейчас на первое место вышел Хандадашев. Если Щербак Михаил толкнет вес 157, он опередит своего соперника. Щербак, следующий вес. Автоматически вызываетесь на 158. Щербак перезаказал. Ручев Алексей, номер 10, 160 килограмм, третий подход. Категории. Установить вес
162. Щербак не готовится к этому весу. В весовой категории до 85 килограмм третье место с суммой двоеборья 237 килограмм занял Леонов Александр. Второе место с суммой двоеборья 238 килограмм занял Гусельников Сергей. И первое место с суммой двоеборья 255 килограмм занял Стариков Олег. Весовой категории до 94 килограмм. Третье место с суммой двоеборья 211 килограмм занял Керимов Рашан. Второе место с суммой двоеборья 250 килограмм занял Колосов Илья. И первое место с рекордом России и суммой двоеборья 290 килограмм занял Ручьев Алексей. В весовой категории
то есть 105 килограмм. Сумма боя 277 килограмм. Второе место занял Шербак Михаил. Хантадаш Угалсын, сумма этого боя 286 килограмм, занял первое место в этой категории. Весовой категории свыше 105 килограмм, суммой двоеборья 210 килограмм. Третье место занял Жулин Михаил. Второе место суммой двоеборья 240 килограмм занял Семенов Иван. И первое место с суммой двоеборья 271 килограмм занял Парменов Владислав. Абсолютное третье место в этой возрастной группе занял Стариков Олег с суммой баллов 374,7. Второе место с суммой баллов 396,540 занял Хандадашев Галсын. И абсолютное первое место занял Ручев Алексей с суммой баллов 415,490. Общий снимок.